Уважаемые родители, этот фильм подготовлен, чтобы дать вам возможность удобного поиска спортивных секций. Сюда мы постарались включить как описание спорта, так и контактную информацию. Держите этот диск под рукой, и тогда вы легко сможете скорректировать расписание вашего ребенка и включить туда занятия спортом. С одной стороны, спорт – это тяжелый и кропотливый труд. С другой стороны, это яркое и захватывающее увлечение, которое поможет стать вашему ребенку смелым, сильным, здоровым человеком, психологически устойчивым и гармонично развитой личностью. Спорт поможет оградить его от пагубного влияния алкоголя и наркотиков. Чем больше и чаще ваш ребенок будет заниматься спортом, тем меньше времени у него останется на вредные привычки. Очень хочется, чтобы в нашем фильме вы смогли выбрать именно ту секцию, которая будет по душе вашему ребенку. Но если через некоторое время ваш ребенок потеряет интерес, не расстраивайтесь. Просмотрите еще раз этот диск и выберите другой вид спорта. Сделайте так, чтобы ваш ребенок обязательно нашел свой вид спорта. И помните, здоровье ваших детей в ваших руках. Главное не быть равнодушным. Самбо – молодой, но достаточно популярный вид спорта. Специалисты считают его синтезом многих национальных видов борьбы народов России и всего мира. Уникальность самбо в том, что оно располагает огромным арсеналом приемов защиты и нападения, которых насчитывается около 5000. Самбо развивает ребенка очень гармонично. Физическая подготовка, являющаяся важной частью любой тренировки, способствует формированию всех групп мышц, а отработка приемов позволяет развить полезные навыки. Самбо воспитывает в ребенке уверенность в своих силах, сдержанность и самоконтроль. Для мужчины эти качества незаменимы. Кроме этого, самбо – один из немногих видов, где мальчики и девочки могут тренироваться вместе. Благодаря сильному тренерскому составу, Выксунская школа борьбы самбо славится своими спортсменами не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Тренировки и занятия детей проходят в спорткомплексе «Металлург», торговый центр «Красной Зори», а также на стадионе «Металлург». Приглашаем всех желающих в возрасте от 7 лет. Справки по телефону 608-77-487-40. Бокс – это красивый техничный вид спорта, способствующий культурному времяпровождению людей и их объединению по интересам, а также развитию личности, в которой тело и дух пребывают в гармонии. В то же время бокс – самый сложный вид спорта, требующий предельных уровней выносливости, силы, скорости, гибкости и психологической устойчивости. Бокс дает уникальную возможность заниматься развитием всех без исключения групп мышц, а также дыхательной системы и системы кровообращения. Занятия в секции бокса не только укрепляют физическое состояние тела, но и развивают координацию и мышление. Во время занятий боксом у детей тренеры развивают точность и координацию движений, учат держать удар и грамотно уклоняться от нападающего. Для детей занятия боксом важны еще и потому, что способствуют снижению агрессивности, развивают координацию и быстроту реакции, что немаловажно в наше сложное время. Занятия проходят в ФОКе «Олимп». Заниматься боксом можно начинать с 7 лет в группах начальной подготовки. Справки по телефону 608-77. Настольный теннис – игра для целеустремленных людей. Кроме этого, очень увлекательный и зрелищный вид спорта. Он требует от спортсмена высокой скорости, ловкости, выносливости, чувства мяча, игрового мышления, хорошей реакции, способности быстро принимать решения, устойчивой нервной системы и безграничного упорства и трудолюбия. Настольный теннис – великолепный способ энергичного времяпрепровождения для вашего ребенка. Во время игры теннисисту приходится размышлять, анализировать, наблюдать и сопоставлять. Эта работа ума является базой оперативного мышления спортсмена. Настольный теннис относится к виду спорта, который оживляет сердечно-сосудистую систему. Ученые подтвердили, что при игре в настольный теннис тратится больше энергии, чем при игре в баскетбол. Один из главных критериев в настольном теннисе – это физическая стойкость спортсмена. Занятия проходят в ФОКе «Олимп». Оптимальный возраст для начала тренировок 7-8 лет. Справки по телефонам
3-92-83-6-81-89. Русский рукопашный бой представляет собой универсальную систему, сочетающую в себе целый ряд самостоятельных школ. В нашем городе этот вид спорта представляет спортивный клуб «Русь». Первичной и основной задачей занятий рукопашным боем с детьми является общий курс физической подготовки, в ходе которого ребенок приобретает правильный мышечный тонус, координацию движения, учится владеть своим телом. Обучение рукопашному бою включает в себя как тренировки по приобретению необходимых навыков, так и методы воспитания силы духа. Именно сила духа и самообладание помогут вашему ребенку морально сломить любого противника, но и сохранить трезвость ума, ясность мыслей и четкость действий в критических и стрессовых ситуациях. Занятие русским рукопашным боем оказывает мощное, оздоровительное и воспитательное воздействие на занимающихся, формирует любовь к своей стране и уважение к национальным традициям. Занятия проходят в спортзале спортивного клуба «Русь» и в ФОКе «Олимп». Заниматься можно начинать с 7 лет. Справки по телефону 608-77. Тхэквондо – это древнекорейское боевое искусство, которое очень популярно в современном мире. Целью тренировок и изучения тхэквондо является достижение гармоничного единства физического, психологического, духовно-нравственного начала в человеке. Занятия тхэквондо в раннем возрасте развивают двигательные навыки у детей, прививают им культуру движения. На этом этапе у детей закладывается тот фундамент техники тхэквондо, который впоследствии даст возможность выступать на соревнованиях. Регулярные тренировки развивают самообладание, выносливость и терпение. А дружный коллектив поможет ребенку раскрепоститься и стать более общительным. Занятиям можно приступать с 7 лет. Справки по телефону 608-77-3-92-83. Волейбол – распространенное развлечение и способ отдыха, благодаря простоте правил и доступности инвентаря. Если ваш ребенок является поклонником командных видов спорта, то его ждут на занятиях волейболом. Этот вид спорта помогает детям развивать координацию движений и вестибулярный аппарат, а также дает отличные навыки работы в команде и учит радоваться успехам других. Тренер детской волейбольной секции в игровой форме научит вашего ребенка основным навыкам популярной игры и, возможно, навсегда привьет любовь к этому зрелищному и захватывающему виду спорта. Занятия проходят в ФОКе «Олимп». Тренироваться можно начинать с 7 лет. Справки по телефонам 4-87-40 и 3-92-83. Одним из игровых видов спорта, которым в оздоровительных целях с успехом могут заниматься как мальчики, так и девочки, является баскетбол. Эта спортивная командная игра с мячом получила довольно широкое распространение благодаря своей доступности и увлекательности как для зрителей, так и для самих участников. Игра в баскетбол характеризуется обилием разнообразных технико-тактических приемов и высоким эмоциональным накалом борьбы. Баскетбол представляет собой прекрасное средство для всестороннего физического развития. В процессе этой игры используются различные виды двигательной активности – бег, ходьба, прыжки. При этом во время матча непрерывно изменяется игровая ситуация и непосредственный контакт соперников. Занятия проходят в спорткомплексе «Металлург» и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Записаться можно в возрасте с 7 лет. Справки по телефону 4-87-40, 3-92-83. Велоспорт – одна из самых популярных форм двигательной активности. Являясь полностью аэробным упражнением, он укрепляет сердце, легкие и мышцы ног. Велосипедный спорт делится на несколько категорий. Соревнования на шоссе, на треке, по проселочной местности и маунтинбайке.
Сама по себе езда на велосипеде – это прекрасный тренинг детского вестибулярного аппарата. Поэтому данный вид спорта оказывает положительное влияние на состояние здоровья вашего ребенка. Например, улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм и способствует похудению. Во время тренировок детям преподаются основы правил дорожного движения и безопасного поведения на проезжей части. Выпускной школы велоспорта известна не только по всей России, но и далеко за ее пределами, благодаря достижениям наших выдающихся спортсменов. Занятия проходят на шоссейных трассах городского округа города Выкса и на велобазе по адресу микрорайон Юбилейный, 71. Заниматься можно, начиная с 10 лет. Справки по телефону 608-77-392-83. Игра в футбол требует разносторонней подготовки, большой выносливости, силы, скорости и ловкости. Систематические занятия футболом способствуют физическому развитию и укреплению здоровья. В процессе тренировки организм футболиста постепенно приспосабливается к высоким напряжениям. У тренированных футболистов быстрая двигательная реакция, совершенная деятельность органов чувств, особенно вестибулярного аппарата, зрения и слуха. Наравне с этим футбол способствует воспитанию волевых качеств, инициативы, умение быстро ориентироваться в обстановке, чувство коллективизма. Футбол – это любимая игра всех мальчишек с раннего детства. И заниматься этим видом спорта у нас в Выксе можно не только во дворах, но и в специализированных секциях. Тренировки проходят в спорткомплексе «Металлург» и на стадионе «Металлург». Приглашаем всех желающих в возрасте от 6 лет. Справки по телефонам 4-87-40-3-92-83-3-92-91. Как поется в известной песне, в хоккей играют настоящие мужчины, ведь хоккей воспитывает мужество и командный дух. Даже если ребенок не станет профессиональным спортсменом, такие черты характера помогут ему быстрее адаптироваться в обществе. Дети-хоккеисты редко страдают простудными заболеваниями. Сухой лед лечит носоглотку, даже астму, и отлично помогает при аллергических и астматических заболеваниях. У ребят, которые занимаются хоккеем, улучшается координация движения, реакция. Они закаляют волю, становятся более организованными, дисциплинированными, ведь хоккей – игра командная. А также коньки способны избавить их от плоскостопия и сколиоза. Врачи рекомендуют кататься на льду тем, кто страдает детским церебральным параличом. Потихоньку, в удовольствие и обязательно в присутствии родителей. Бесспорно, хоккей является одним из самых зрелищных и популярных видов спорта, как в нашей стране, так и в нашем городе в частности. В зимнее время тренировки проходят на стадионе «Металлург» и «Авангард», а в летнее время ребята занимаются на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Темп» города Кулебаки. Приглашаем всех желающих в возрасте от 8 лет. Справки по телефону 4-87-40-3-92-83. Перефразируя классика, можно сказать, что лыжам все возрасты покорны. Занятия лыжами укрепляют мышечный корсет ребенка, развивают координацию движений, выносливость и умение держать равновесие. На развитие характера и психики ребенка лыжи также оказывают благотворное влияние, развивают мышление и умение принимать самостоятельные решения, воспитывают настойчивость, смелость, находчивость, учат упорству в достижении поставленной цели, а также развивают уверенность в себе. Лыжный спорт является одним из самых эффективных и гармоничных средств, развивающих организм человека. Катание на лыжах способствует развитию выносливости, а также страхует от простуд и сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия проходят на лыжной базе школы номер 9 и лыжных трассах городского округа города Выкса. Заниматься можно, начиная с 10 лет. Справки по телефону 608-77-392-83. Каждый человек должен уметь плавать, и чем раньше он научится, тем лучше. В идеале научиться плавать раньше, чем ходить. Что же дает ребенку плавание? Специалисты единодушны во мнении. Для ребенка полезнее, чем плавание, нет ничего. Систематические занятия в воде вызывают у детей положительные эмоции,
способствует раннему физическому развитию, укреплению сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также опорно-двигательного аппарата. Также укрепляется нервная система, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус организма. Кроме того, плавание является одним из видов закаливания, оказывает положительное влияние на иммунную систему. Занятия проходят в детском центре «Лазурный». Тренироваться можно начинать с 7 лет. Справки по телефону 608-77. Умение управлять парусом сопоставимо с умением управлять собственными возможностями и своей жизнью. Парусный спорт воспитывает, дисциплинирует, укрепляет здоровье, учит, невзирая на трудности, добиваться поставленных задач и намеченных целей. Поэтому приобщаться к нему лучше с раннего возраста. Для детей это школа жизни. Занятия парусным спортом помогают в борьбе со стихией побеждать собственный страх и упорно идти к результату. Парусный спорт развивает мужество, ловкость, скорость реакции, а также силу, выносливость и умение владеть своим телом. Учиться яхтингу непросто, но в этом философия спорта. Философия – успех в жизни. В программе обучения устройство яхты, теория паруса и гидродинамики, правила парусных соревнований, а также навыки ухода за яхтой и ее ремонта. К занятиям можно приступать с 9 лет. Справки по телефону 608-77. Как сказал один ученый, легкая атлетика, спорт, придуманный самими детьми. Мальчишки и девчонки всех возрастов любят бегать, поэтому существует такое огромное количество игр. Салочки, перегонки, казаки-разбойники и многие другие. Дети, сами того не ведая, занимаются легкой атлетикой, несмотря на то, что легкая атлетика имеет четкие разделения между классами упражнений и дисциплин, такие как бег, ходьба, прыжки, метание и многоборье. Атлетика подразумевает и ряд общих занятий и упражнений. Одной из главнейших частей тренировки по легкой атлетике является физическая подготовка, направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена. Высших результатов в легкой атлетике добиваются, как правило, те спортсмены, которые всесторонне физически развиты. Развитие двигательных качеств легкоатлета – силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и других, а также укрепление здоровья важнейших органов и систем организма. Совершенствование их функций – это основа физической подготовки. Занятия проходят в спорткомплексе «Металлург» на стадионе «Металлург». По физиологическим данным, лучший возраст для развития скорости – 8-11 лет, а выносливости – 11 лет. Категорически запрещается водить на занятия легкой атлетикой детей дошкольного возраста. Справки по телефону 4-87-40. 3-92-83. Художественная гимнастика – это не только спорт, где дети развивают и совершенствуют свои физические данные. Это настоящее зрелище, ведь занятия художественной гимнастикой состоят не только из упражнений, а из целых комбинаций, выполняемых под музыку. Так что ваш ребенок будет не только физически развит, но у него появится чувство ритма и музыки, и он сможет психологически раскрепоститься. Детская художественная гимнастика предполагает занятия из гимнастических, танцевальных и акробатических упражнений. Во время занятий у вашего ребенка развиваются различные двигательные функции, такие как ловкость, сила, выносливость. Художественная гимнастика поможет выработать правильную осанку, научит красиво ходить, а на занятиях хореографии девочки знакомятся с музыкой и танцем. И будьте уверены, что те знания и умения, которые ваш ребенок приобретет в детстве во время занятий художественной гимнастикой, ему неоднократно помогут и во взрослой жизни. Занятия проходят в ФОКе «Олимп». Девочки могут начинать занятия уже с 5-6 лет в специальной подготовительной группе. Справки по телефонам 4-87-40 и 3-92-83. Движение – это жизнь, а движение в стиле танца
это еще и приятное времяпрепровождение. Спортивные бальные танцы – это одновременно и спорт, и искусство. Танцы приносят пользу для физического, социального и морального развития ребенка, формируют правильную осанку и красивую походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, умение побеждать и преодолевать трудности. Занятия танцами проходят для детей разного возраста и разного уровня подготовки. Часто уроки танцев построены в виде игры, чтобы было интересно даже самым маленьким. Записаться можно в возрасте 7 лет. Справки по телефонам 608-77-8-960-162-94-07. Картинг – это увлекательный вид спорта, все более успешно развивающийся как в нашей стране, так и в нашем городе в частности. Школа картинга проводит специальные курсы подготовки детей, включающие основы вождения, тактику и стратегию гонки. Дети, занимающиеся картингом, в будущем становятся отличными водителями, что уже делает этот вид спорта, безусловно, очень полезным в нашем современном мире. Занятия картингом полезны тем, что развивают глазомер, быстроту реакции, дисциплинируют, делают ребенка самостоятельным и стремящимся к успеху. На тренировках ребенок будет заряжаться положительными эмоциями и сможет почувствовать себя профессиональным гонщиком. Занятие проходит на трассе картодрома по адресу улица Братьев Буташовых, дом 40. Начинать занятие можно с 7 лет. Справки по телефону 8-908-767-73-29. Я выбираю спорт. 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 Спорт! Спорт!